начать тот концерт, которого вы ждали практически целый сезон, я хочу сказать очень важную информацию. Дело в том, что... Дело в том, что сейчас в этом зале находятся практически только дети, потому что именно ваши вожатые, которые постоянно находятся рядом с вами, сегодня для вас готовят, я считаю, замечательный концерт. И поэтому давайте договоримся, что ни один ребенок не выходит из зала, ни один ребенок не покидает зал, чтобы он всегда был в нашем поле зрения. Договорились? Вам можно верить? Ну что ж, тогда улыбнитесь и будем веселиться. Но прежде чем начать веселиться, я хочу вас спросить. Вот скажите мне, пожалуйста, а вы своих вожатых очень хорошо запомнили? И прямо имена надолго-надолго. Тогда я хочу спросить у четвертого отряда, как зовут их вожатую? Ольга Геннадьевна, это воспитатель. Итак, как зовут вожатую? Динара. А как зовут вожатую третьего отряда? Не слышу. А как зовут вожатую? Ага, второго отряда. Молодцы, не попались. А как зовут вожатую первого отряда? Ну что ж, теперь тогда давайте вспомним, как зовут воспитателей. Я вам открою секрет, что сегодня их можно назвать просто по имени. Итак, четвертый отряд воспитатель. Ольга Геннадьевна. Третий отряд воспитатель. Елена Петровна. Второй отряд. Перечисляем. Так вот, я вам хочу сказать, что я не просто так вас об этом спросила. Дело в том, что, оказывается, они не просто воспитатели. Оказывается, их именами назвали планеты. Каждая планета теперь имеет имя именно того воспитателя, которого так полюбили дети. Ну тогда я вам предлагаю сейчас посмотреть за рисовку, которая так и называется. Я назову планету именем твоим.
Ну, если сказать честно, то в этой смене я уже ничему не удивлюсь. Хотя, вы, конечно, извините, уважаемые, кто вы там, прораб или прорабыня, я не знаю. Но у нас вообще-то дети, и поэтому у нас сейчас самое главное – это концерт вожатых. Ничего не знаю. Как хотите, укладывайтесь, все, я все сказал. Может быть, вам куда-то сходить и поговорить с кем-то? Ну, например, поговорить с Богом. А можно просто поговорить со своим счастьем. Итак, разговор со счастьем. Встречаем бурными аплодисментами! Счастье вдруг в тишине постучалась в дверь. Неужели ты ко мне? Верю или не верю? Падал снег, был рассвет, осень моросит. Столько лет, столько лет. Где тебя носило? Вдруг, как в сказке, ответа без тебя, как жилось мне на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била, лишь бы все это все не напрасно было. Строительные фирмы. Что вообще вы собираетесь здесь строить? И делать все. Мне не нравится ничего. Не знаю. Мне не нравится зал. Мне не нравится свет. Все. Все поменять. Дети, давайте его засвистим, а? Блин, свистеть. Вот так вот. Да почему вы засвистели тебя, прораб? Да потому что вот эти стены, которые вам, может быть, не нравятся, а нам они очень дороги. Этот потолок, который вам не особенно приятен, он нам очень дорог. И даже это, извините, не совсем покрашенная сцена. Это наша любимая сцена. Вы согласны? Поэтому скажите, пожалуйста, неужели вам нечем больше заняться? Ладно, все, оставляйте все, как хотите, я пошел. Все. Вот это я понимаю, вот это разговор. Тем более у нас здесь сейчас концерт вожатых. И вожатые хотят своим детям рассказать о том, какую жизнь они здесь прожили. Но знаете, что самое интересное?
Разговариваешь с вожатым про детей, он говорит одно. Разговариваешь с ребенком про вожатых, он говорит другое. И тут вдруг я задумалась, а почему так? Да, оказывается, у каждого угол зрения разный. И каждый видит то, что хочет видеть. Поэтому сейчас вы увидите именно то, о чем я говорила. Миниатюра так и называется. Дети и вожатые глазами друг друга. Встречаем вожатых на сцене. Аплодисменты! Итак, эпизод первый. Дети глазами вожатых. Рыба, мясо. Семерка, восьмерка. Рыба. Ну, мясо, шеф. Здравствуйте, дети. Дарма. Король. Рыба. Здравствуйте, мясо. Дети. Туз. Шестерка. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, дети! Ху! Я пошутил! Шутник! Мясо, 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 мясо! Александр Сергеевич! А цыганочку? Николай, давай покурим, Николай! Эпизод второй. Вожатый глазами детей. Но вот я, между прочим, думаю, что то, что видит...
видят воспитатели вожатых и вожатые глазами детей, наверное, все-таки должно как-то соединяться и быть одинаковым. Вожатые у вас добрые? Да! А дети у нас добрые? Нет! Тогда ничего не понимаю. И дети, и вожатые добрые, а видите друг другу по-разному. Наверное, во всем виноват возраст. Но тогда я хочу спросить вас. Скажите мне, пожалуйста, кто у нас в лагере лучше всех танцует бальные танцы? Я даже думала, что достаточно. Первое слово дороже второго. И первое слово было сказано Артем. И я с вами полностью согласна, потому что действительно Артем, помимо того, что умеет очень хорошо ладить с детьми, он еще и замечательно танцует бальные танцы. А вот девчонки, воспитатели и вожатые, настолько влюбились в его движение, что просили всю смену: «Артем, ну научи нас танцевать бальные танцы». Он долго не соглашался. Он говорил, что это доступно только самым элегантным, самым подвижным, самым пластичным девушкам. Но когда он понял, что именно такие вожатые в лагере «Орбита», он взялся за это дело, и вот что у него получилось! Встречаем! Вожатые вместе с Артемом исполняют танец танго! Аплодисменты!
Артем, ты молодец, говорят дети. А мы его тоже обязательно любим. Любим? Мы тебя тоже, Артем, любим. Спасибо тебе за этот танец. Вот видите, и Артема, и всех вожатых любить можно при любой погоде. Потому что в этом году все-таки лето нас не очень радовало. И вот сегодня вроде бы утром начинается лето, а к вечеру опять дождь. Утром лето, днем вроде бы середина лета, а вечером, я бы сказала, поздняя осень. И все-таки вот именно в этом зале мы с вами пережили не один дождь и даже не заметили, что он был. Да потому что у природы нет плохой погоды, особенно если в зале уютно и тепло. Итак, у природы нет плохой погоды. Это еще раз доказывает Елена Пинский, воспитатель 3-го отряда. Аплодисменты! Итак,
отношений именно высоких. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Итак, на сцене лагеря «Орбита» сказка «Ромео и Джульетта». Итак, все готово? Камеры готовы, мониторы готовы, актеры готовы, поехали! Ромео и Джульетта, это были первые! О, мама! Я люблю Джульетту! А где же она? На роль Джульетты. А ну и правильно. Кто утвердил, тот и молодец. Где трагизм? Где слезы? Где страсти? Ромео и Джульетта, это будет второй. Трагический. Ромео и Джульетта, это были пятые. Жутишские.
производства, а? Играйте, что хотите. Смотрите, что хотите. Hasta la vista, baby. Говори по-испански. Была. И, по-моему, последний эпизод. По-русски! Последний эпизод показал, что все жанры можно соединить воедино. Согласны? Здорово получилось у вожатых. Так давайте им скажем, что они молодцы! Произведения. А сейчас небольшой сюрприз. Сюрприз, я думаю, что для всех детей лагеря «Орбита», но есть дети, для которых этот сюрприз будет особенным. И я думаю, что они обязательно поймут. Потому что сейчас вы, не буду говорить, как называется и к чему этот сюрприз, но это сюрприз. Но прежде чем его, как говорится, показать, этот сюрприз, нужно очень громко поаплодировать. Нет, говорят, это очень тихо. Вот я хочу немножко вас расстроить, особенно тех, кто стараются аплодировать. Сейчас в зале были те, кто не аплодировал, представляете? Итак, еще раз аплодисменты. Были аплодисменты. Итак, сюрприз, который я вам обещала. Без представления названия номера и даже артистов, которых вы увидите и узнаете сразу же. Встречайте, сюрприз!
Отдышись уже, отдышись, иди. Сюрприз этот был, конечно же, для всех детей. Но я думаю, кто принял это на себя лично, пусть остается при этом мнении. Потому что действительно они танцевали здорово и для всех. Ну а теперь давайте поговорим уже о нашей творческой смене. На этой сцене в этом сезоне 4 отряда показывали постановку пьес. И у каждого отряда пьеса была огромная-огромная. А почему, знаете? А я знаю, потому что отрядов мало, поэтому и времени у нас много. Но из всех этих 4 сказок получилась одна очень интересная, сногсшибательная сказка, которую мы предоставляем вашему вниманию. Итак, сказка сказок. Встречаем, аплодисменты! Благородных пионов и прекрасных роз жила-была нежная, прекрасная пшеница. В долгом времени Альшкоре приключила сын горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шить. Проходят дни, стали думать и гадать, как бы вора соглядать. Он чуть стал лишь сверкаться, надо младшему сбираться, он и усом не ведет, на печи в углу поет. А тут Иван с печи слезает, караул держать идет. Вдруг о полночь конь заржал. Караульщик наш привстал, поглядел под рукавицу и увидел кобылицу. Thank you.
говорить. Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили, и один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот Иван, твой стременной, поклялся твоей бродой, что он знает эту птицу. Так назвал он царь-девицу, и ее, изволишь знать, похваляется достать. Пусть не станут и смеяться, не растут зимой цветы. Я красавица, а ты? Ну да что нам нужно в том, лишь бы только нам жениться? А такая в том нужда, что не выйду никогда за дурного, за седого, за безжубого такого. Ты себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Царь не вымолвил ни слова, крикнул тотчас стременного. Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под ним сложить. Я выдумаю налить эти краю подушку пуной, а второй водой вороной, а последним молоком, вскипятя ее ключом. Ты же должен постараться, пробы ради, искупаться в этих трех больших котлах, в молоке и в двух водах. А-а-а, на котлы подую я.
Анна прекрасно поет. А Катя, мне кажется, также танцует под стать. Вообще, вы не первый раз, по-моему, в дуэте, да? Вот скажи, пожалуйста, но тебе нравится вот это сопровождение? Очень, очень нравится. Тогда у меня еще вопрос. Ну, открой тайну, откуда вот ты так вот хорошо, здорово поешь? Прям с самого-самого детства? С 6 лет. Вот ты прям проснулась однажды утром, запела и поняла, что умеешь? Не знаю, просто училась всю жизнь. Вот видите, дети, это еще раз подтверждение. Если чему-то учишься, обязательно научишься. Вот помните об этом в школе. Тогда у меня следующий вопрос. Вот вы знаете, что у Лили здесь есть замечательная девчушка? Да! Девочка Ариша. Иди сюда, Ариша. Иди сюда. А вы знаете о том, что она тоже здорово поет? Может быть, потому что это у вас вот такое вот семейное? Может быть. Может быть. Ариша, вспомни, какую ты песню пела у нас на первой смене? Ночью звезды. Ну, спой, пожалуйста, хотя бы немножечко. Ночью звезды, дай плывут по синим рекам. Лестницы. Ну и я так понимаю, что вот какой сейчас вас ожидает сюрприз, вы даже не представляете. А вот я... Ну у меня нет слов. В общем, встречайте сюрприз сюрприза!
вас все впереди. Конечно, просто они взрослее. Ну, а я хотела сказать вам спасибо за такие аплодисменты, во-первых. А во-вторых, мы сегодня совершили одну непоправимую ошибку. Но так как у нас нет еще 12 часов ночи, нет? Сегодня еще 5 августа. Да. Тогда я хочу вам сказать, что у нас сегодня в лагере есть именинница. Чаще. Аплодисменты еще раз. Вы знаете, еще мне хотелось все-таки этого ребеночка, я думаю, отметить. Вы все со мной согласитесь. Потому что она, в принципе, и на сцене только что побывала. Ариша Потылицына, иди сюда. Я хочу, чтобы у нее осталась память о лагере «Орбита», обо всех нас. Ну, я не знаю, просто о той доброте, которую я окружала. Ребенок, ты нас будешь помнить, да? Ты приедешь в лагерь еще? А ты вот когда соберешься уже в школу, честно-честно будешь здорово говорить и выговаривать все звуки, да? Тогда мы обязательно с тобой встретимся на этой сцене и споем вместе какую-нибудь замечательную песню. Договорились? Ну давайте ей поаплодируем. Это самый маленький житель нашего лагеря «Орбита». Потому что танцевать музыка помогает, петь тоже музыка. Ну и диджей Вова, аплодисменты ему отдельные. А вот есть разговорный жанр, который очень трудный. Но есть такие умельцы, которым и разговорный жанр поддается, ну, как дважды два. Итак, сейчас вы увидите миниатюру, которая называется «Кастинг в большую разницу». Встречаем аплодисментами! Так, ну, кто у нас следующий? Проходите, пожалуйста. Проходите, проходите. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно уже? Да, можно, пожалуйста. Вы пародист? Я натурал. Я спрашиваю вас. Вы пародируете кого-нибудь? Да, пародирую. Отлично, проходите. А, да, уже прохожу, да, даже ничего показывать не надо. А, ну спасибо, отлично. Ты глухой, что ли? Да. Я вам говорю, не проходите, а проходите. Там ударение другое. А, вот видите, одно ударение, какая разница? Какая разница? Большая разница. Что вы несете? Ну, я просто волнуюсь. Почему? Я не ел 3 дня. Ага, по вам видно. Ну ладно, давайте так тогда. Да вы свои пародии покажите и пойдите поедите, хорошо? А вы мне дадите зарплату? Да, давайте. Уважаемая комиссия, в общем, смотрите, сегодня это последний пародист уже. Да. Давайте и закончим на этом кастинг на сегодня. Давайте с вами сначала анкету заполним, хорошо? Давайте. Как вас зовут? Хлеб. Что, Глеб? Хлеб хочу очень. Какой Хлеб? Я говорю, как вас зовут? Валера. Зовут вас как? Валерий. Вот, Валерий, понятно. Откуда нас узнали? А вы что, тайная организация? Какая тайная организация? Мы у всех спрашиваем в анкете. Откуда вы нас узнали? Портфолио есть? Портфолио есть. Какое портфолио? Ну это такое, портсетево. Ясно все с вами. Валера, сколько вам лет? 2 яйца. Что 2 яйца? Ну вам лет 2 яйца. Почему не сам лет? Ну я не знаю, вы, может, вам лет 4 яйца кладете, я 2. Откуда к нам приехали? Из Орехово-Зуево. Ну и как там в Орехово-Зуево? Ну, бывает Орехово, но в основном Зуево. Я бы даже сказал Зуево. Валера, что вы несете? Какое Зуево? Вот видите, всего одно ударение, какая разница? Какая разница? Большая.
работал на радио «Эхо Москвы». Программу вели? Нет, воду в кулере менял. Ясно все. Вам нравится большая разница? Да, громко и смешно. В смысле громко и смешно? Большую разницу видели когда-нибудь по телевизору? Нет, только слышал. Как-то слышал? Ну, понимаете, у меня дома кинескоп треснул, я звук погромче делаю, слышу, там один маленький человек, другой высокий, смешно. И вы решили прийти в большую разницу? Да. Кого бы из пародистов вы бы отметили? Анфису Чехову. Она не пародист. Но я бы ее отметил. Давайте уже начнем, уважаемая комиссия. Сейчас посмотрим пародию Валеры Заехова Зуева. Он работал на «Эхо Москвы» и менял воду в кулере. Кого вы пародируете? Давайте расскажите комиссии. Рассказывайте уже! Тиранов. Кого? Деспотов. Кого-кого? Сильных мира сего. Конкретно кого говорите? Гитлер. Гитлер? Замечательно. Валера пародирует Гитлера. Давайте. Я Гитлер. Валера, что это такое? Ну, это мгновенная пародия. Вы когда-нибудь Гитлера видели? Нет. А как вы его показываете, если никогда его не видели? Ну, мне дед рассказывал, он так в 45-м году убегал. Понятно. Еще кого-нибудь можете показать, нет? Да. Ну, кого? Сталин. Давайте, Валера Сталина показывает. Давайте. Я Сталин. Валера! Сталина видели когда-нибудь? Да мне хватает того, что я Гитлера не видел. Валера! Покажите кого-нибудь нормального, кого все знают. Все знают, ну? Андрей Аршавин. Вот, замечательно, давайте, поехали, Андрей Аршавин. Я Аршавин. Валера! Что вы мне Гитлера показываете? Ну как же Гитлера? У Гитлера два пальца было, а тут один. Какая разница? Большая разница. Заткнись, я вам говорю, их сюда. Вы понимаете, где Гитлер, где Аршавин? Аршавин нападающий. Гитлер тоже нападающий. Что вы несете? Нормальная пародия есть у вас? Да. Ну, показывайте. Леди Гага. О, Леди Гага, это интересно, может быть, давайте посмотрим, Леди Гага. А вы мне мясо дадите? Вы поесть хотите? Нет, переодеться. Не надо переодеваться! Просто покажите Леди Гага и все, давайте. Хорошо. Леди Гага, Валера, поехали. Леди Гага, есть хотите? Да, очень хочу. Валера, идите сюда! Вы понимаете, это большая разница, тут нормальных людей показывают, которые все знают, там не знаю, там Медведев, там Толстой, Путин. Пушкин. Пушкин, давайте. Валера Пушкин. Не Валера Пушкин, а Александр Сергеевич. Давайте уже. Александр Сергеевич Пушкин, исполнение Валеры. Поехали. Подождите, не стреляйте, я все объясню. Валера, что вы показываете? Ну это последние часы жизни. Сейчас у вас последние часы будут. Что-нибудь нормальное покажите нам. Еще есть что-нибудь, нет? Лермонтов. Лермонтова давайте. Валера Лермонтов. Пушкина не дослушали, да хоть меня дослушайте. Валера! Слушайте, я вообще не пойму. Вы понимаете, куда вы попали? Куда вы попали? Это большая разница. Здесь только показывают пародии. Я не понимаю, у вас нет никаких талантов, никаких данных. Почему вы хотите стать пародистом? Почему? На Пугачевой жениться хочу. На какой Пугачевой? Вы бестолочь. На Ольге Борисовне Пугачевой. Кто это еще? Соседка моя. Вы что, не понимаете, какая между ними разница? Какая разница? Большая разница. Какая разница? Конечно. Я думаю, что все, мне кажется, и дети, и взрослые любят эту передачу. Ну вот, и на нашей сцене вы тоже увидели какой-то фрагмент, который к ней относится. Ну а сейчас вот эти два замечательных человека нас, ну я думаю, очень порадуют. Потому что, ну я не знаю, как насчет Александра Сергеевича, скажите, а когда-нибудь это уже было на сцене? Нет. Вот видите, это впервые. Специально для четырех отрядов, третьей смены, лето 2011. Александр Сергеевич сделает на сцене то, что он всегда делает в темной-темной маленькой комнатке. Он сыграет, как это называется? Вот это как называется? Вот это! На синтезаторе! А, да, действительно, какая разница? Отлично! Итак, Александр Сергеевич, соответственно, играет. Правильно я говорю? А поет, как вы думаете, кто? Максим Сазонов!
Итак, Александр Сергеевич Ковалев, Максим Сазонтов. А песня-то какая известная, любимая и на английском языке. It's my Красота спасет мир.
Встречайте аплодисменты. Hey!
или без, в платье вечернем или в халате, в футболке с джинсами или даже в шортах, с ланцем, босиком, все равно они наши. Любимые! Когда вернешься ты домой.